Привет, ребята! Привет из солнечной Калифорнии! Смотрите, у нас вроде лето еще не началось, а уже все желтое. Трава желтая, по крайней мере. Знаете почему? Потому что жарко. У нас тут жарко. Ну, в градусах, наверное, не очень, в принципе, так прям уж и жара. У меня показывает 80 градусов по Фаренгейту, это где-то 26, наверное, градусов по Цельсию. Но так каждый день, и солнце припекает тут достаточно сильно. Ладно, сейчас мы не об этом. В Калифорнии, конечно, хорошо отдыхать и жариться на солнышке, но нужно и работать. Сейчас мы едем в один дом, где я был недавно, вешал картины. Помните такой дорогой дом? Вот сейчас я возвращаюсь туда поменять лампочки и, наверное, повесить телевизор. Ну и вообще, в принципе, пару встреч будет сегодня. И плюс мы вернемся к той стене, которую я вам показывал в прошлом выпуске. Так что устраивайтесь поудобнее. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Поехали. Up, I'd say it's all done. Thank you for the heavy curtains. That's great. Установка карнизов. Что за скукота? Кто-нибудь скажет. И я с ним полностью согласен. Умный ты человек, товарищ. Но сложно отказаться от работы, которая стоит чуть больше $100 в час, правда? Собственно, ровно столько я потратил времени вчера на этих карнизах.
Получил я $350. Я повесил 7 карнизов. Раз, два. Два зеркала. Ну, точнее, одно зеркало я перевешивал в двух комнатах. Ну, то есть, с одной комнаты потом изменил из-за того, что одно зеркало было сломано. Короче, неважно. Три установки. Зеркал два, но три раза я устанавливал. В общем, $350. Все это заняло у меня чуть меньше 3 часов, где-то там 2:50, наверное, я уже сидел в машине. И это при том, что она мне просила несколько раз там перевесить, что-то поднять, здесь опустить, там, и я был немного уже такой злой. Ну, в итоге $350 я свои заработал. Ладно, это было вчера. Сегодня я надеюсь, то, что мы с вами ударными темпами добьем эту стену, потому что, ну, мне нельзя затягивать. То есть, в принципе, если я как бы сегодня проработаю, это уже, ну, это более-менее нормально получается. Если нет, то какая-то хрень тогда. Но я думаю, то, что я сегодня успею. Единственное, мне нужно сейчас заехать к одному чуваку, которому я дверь ставил, посмотреть, что у него с дверью. Прошло, правда, уже 2 месяца, наверное. Ну, короче, нужно поехать посмотреть, что с дверью. И все, в принципе, я вернусь потом сюда, доделаю. Сейчас заеду в Home Depot. Тоже купить нужно немного материала для... докупить материала для этой работы. Так что погнали, ребята, врываемся в новый день. Подписывайся на этот канал, если ты до сих пор не подписан. Только соберешься, думаешь, блин, сейчас ребятам расскажу что-нибудь интересненькое, покажу. В итоге происходит какая-нибудь фигня. Короче, стена у меня готова, но покрашена неправильной краской из-за того, что человек немного перепутал. Ну, как бы, это первый слой, я просто нанес и понял о том, что все-таки это не самая удачная идея. Хотя может получиться так, то, что завтра я просто вот эту стену еще покрашу в этот же цвет. Сейчас пока это непонятно. Короче, я нанес текстуру. С двух сторон сейчас внутри сохнет. И как бы вся работа идет, конечно, не по плану. Но что сделаешь. А сейчас мне нужно будет собрать вот эту вот дверь. Эту дверь со стеклом еще. И эта дверь как раз вот слайдинг дор, которая будет кататься на рельс. Помните, я делал вот здесь доски дополнительно выкладывал. Вот как раз таки, собственно, для этой двери. Я не ожидал то, что ее нужно будет собирать. Чем, собственно, я сейчас и займусь. В принципе, не сложно. Тут не так много болтов, но как бы нужно собрать их. Так, ребята, в общем, не помню, сколько времени я вырезал и оставил за кадром, пока я строил вот эту вот стену. В общем, она готова, уже 20 минут 12, и сегодня у нас вторник, то есть 4 дня у меня ушло. Ну, ушло из-за того, что краски тут не было, короче, были всякие сложности. Смотрите, в общем, что получилось. По итогу вам покажу просто. Вот я установил, ну вот, вот такая вот стена получилась, да. Я установил сейчас barn door. Вот, бейсборды поставил. Сначала думал белый буду ставить, но нашел все-таки эти деревянные кусочек. И вот там я еще поставил.
Вот этот порог, видите, я его испортил, старый, который здесь стоял, точнее он был, не знаю, воды, может быть, он набрал, он у меня сломался, и мне пришлось ехать покупать новый. Вот чисто за эту вонючую деревяшку я $43 заплатил, блин. Это было очень обидно. В общем, были проблемы с краской, мы покрасили не в тот цвет, потому что хозяйка перепутала. И мне пришлось потом старую краску покрывать праймером, потому что вот эта краска светлее, чем та была, та вообще там коричневая. Короче, я покрыл праймером, потом покрасил еще вот эту вот стену. И видите, она немного отличается все равно. Ну, это тут еще тень так падает. Ну, короче, отличается все равно. Несмотря на то, что они мне подобрали по примеру, эта краска отличается. Но в целом, в общем, вот такой вот результат. И смотрите, помните, я недавно вам показывал в предыдущих видео, как я электрику делал. Если вы пропустили это видео, обязательно посмотрите. Но пропустили вы наверняка, потому что не подписаны на мой канал. Обязательно подпишитесь. И будем смотреть, что тут творят электрики. Короче, тут работает электрик один. Он такой, ну, он азиат, и он либо китаец, либо кореец. Скорее всего, он китаец. Короче, вот он ставил лампочки здесь. Вот он, чтобы поставить 4 лампочки, он профигачил вообще весь потолок. Еще и стену зацепил. И это просто трешняк. И, как вы понимаете, он еще и до второй комнаты добрался. Его, короче, было не остановить. Он вон нарезал. Пам-пам-пам-пам-пам. Там, вот здесь, я не знаю, каким чудом он умудрился все-таки пройтись. Дырок здесь немного меньше, но, блин, в стене он тоже тут развлекался. Короче, вот так вот здесь работает электрик. Я не знаю, но патч 100% будет не он. Ну, в смысле, заделывать эти дырки. Но получилось это как-то так. Я сейчас пытаюсь доубираться здесь и поеду домой. У меня, кстати, тут был кусочек, который я ремонтировал. Я смотрю, там уже выхватывается шпаклевка. Помните, нокдаун? Это нокдаун из баллончика. Мне бы мокрую губку. Сейчас посмотрим. Видно он? Короче, вот так. И все. Сейчас это подсохнет, пока я буду грузить вещи в трак. Все свои инструменты, потому что тут пришлось выгрузить абсолютно все. Плюс еще один человек у меня работает на другом объекте. И что-то там, часть инструментов осталась там. Завтра еще ему буду довозить для покраски как раз. Это внутри. Стена я нашел, кстати, в эти бейсборды. Поставили такие бейсборды. Свет он будет завтра делать, там что-то еще. Все, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь, посмотрим, что будет в следующей серии, какие проекты. Ставьте лайки, комментарии. Bye-bye. Как говорят местные.